100 лет в гастролях. Вековому юбилею балетмейстера Хашима Мустаева посвятили турне по Башкортостану. 2 года назад артиста не стало. Государственный академический ансамбль народного танца имени Фаиза Гаскарова организует концерты по районам и городам республики. Еще неделю будут проходить репетиции. Программа выступлений – это номера, которые ставил выдающийся хореограф. Так, например, в прошлом сезоне воссоздали танец «Азамат». Гаскаровцы мечтают восстановить все его номера. Гастроли начнутся с малой родины артиста с Кушнаренковского района 6 февраля. После концерта пройдут Бирске, Белебее, Учелах, Бишбулякском, Абзелиловском, Бурзянском районах и Стерлитамаке. А в конце марта завершатся грандиозным концертом в столице республики. Главное его влияние на башкирскую хореографию – это влияние демиклассики, классического танца в народную хореографию башкирского танца. Вот здесь как раз он вел свое новое веяние в башкирский народный танец. Подбирал каждую девочку и видел в каждой девочке какую-то сольную партию именно для нее, чтобы ей подходило. Его классика – это, естественно, самые первые его постановки – это танец с кубызом, ирандык, азамат. Это все вошло в нашу историю ансамбля.